Работа рекоператора «Алерон Плюс» в четырех районах Забайкальского края находится под особым контролем регионального Минприроды за сбои в графиках сбора и вывоза мусора. Об этом сообщается на официальном сайте региона. В январе были зафиксированы проблемы из-за нехватки водителей мусоровозов в Газимурозаводском, Сретенском, Шелопогинском и Могочинском районах. На сегодняшний день в Газимурозаводском уже принято два водителя, в Могочинском еще один. Однако в Сретенском и Шелопогинском районах работает только один водитель из четырех необходимых. Рекоператору поручено продолжить поиск специалистов. Информация о вакансиях размещена на всех информационных порталах региона.